видел, как играли там Стрельцов, Яшин, Пеле, потому что просто не видел видео соответствующих. Ну, видел какие-то нарезки в исторических передачах, но я не знаю, насколько хорошо они играли, потому что в те времена, естественно, футбол был другой. Другие скорости, другие мячи, другие техники ударов, другие тактики, поэтому кто знает, если забросить в прошлое Дзюбу, может быть, он бы сейчас считался легендарным футболистом, просто потому что он видел, к чему пришел футбол в итоге. Так вот,